Хороший головной свет – важнейший элемент безопасности дорожного движения в любое время суток. Ночью он позволит заранее заметить на дороге любую неожиданность, при этом не ослепляя встречный автомобиль. Поэтому новый Mitsubishi Outlander оснащен фарами, выполненными по LED-технологии. И расскажу я о них в нашем учебном центре. Перед автопроизводителями всегда стояла задача улучшения головного света. На место галогеновых ламп пришел ксенон. Такие фары лучше освещали дорогу, дольше служили и потребляли меньше энергии. Но сегодня заслуженное первое место занимает светодиодная технология. LED-фары стали еще долговечнее, функциональнее и ярче, при этом не слепят водителей встречных автомобилей. Светодиодные лампы освещают большее пространство, позволяя водителю раньше заметить препятствия. О том, как устроены LED-фары наших кроссоверов и внедорожников, я расскажу на примере передней оптики обновленного Mitsubishi Outlander. Когда ток проходит через кристалл, происходит генерация света. Внутри фары расположено несколько светодиодов, каждый из которых отвечает за свой сектор дороги. У такой фары есть несколько важных преимуществ. Важнейшие свойства LED-технологии – это яркий, но естественный по спектру свет. Что намного приятнее для человеческого глаза, чем ксенон или галоген. Во-вторых, стекло светодиодных фар при работе не нагревается, поэтому им не страшна зимняя слякоть. Грязь не будет засыхать и налипать. Эта же техническая особенность позволила победить такие болячки, как запотевание фар и выгорание отражателей. Все потому, что светодиоды при работе практически не выделяют тепла, что позволяет сделать фару герметичной. Диодные фары при работе потребляют очень мало энергии, а это напрямую связано с расходом топлива. Но и это еще не все. Светодиоды работают несколько десятков тысяч часов. Для сравнения, срок службы ксеноновой лампы – около 2000 часов, а классическая галогенка работает максимум 500. Ресурсов фары хватит на многие годы эксплуатации. Время галогена ушло, да и ксенон скоро уйдет. Будущее за LED. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на наши социальные сети и на наш YouTube-канал. Увидимся. Пока!